Трагедия в южноафриканской провинции Лимпопо. Автобус с пассажирами упал с моста. Выжила только 8-летняя девочка. 45 человек погибли. Как сообщается, в автобусе ехали паломники. Они направлялись из Ботсваны в город Мория в ЮАР на пасхальные празднования. ДТП произошло в гористой местности на севере страны на мосту Маматлакала. Предположительно, водитель потерял управление, в результате чего автобус протаранил ограждение моста и упал с 50-метровой высоты. При ударе о землю он загорелся. Поисково-спасательная операция продолжалась до позднего вечера четверга. Некоторые тела обгорели до неузнаваемости или были заблокированы внутри автобуса, другие были разбросаны по местности. Выжившую девочку с тяжелыми травмами доставили в больницу. Yeah, yeah, yeah. Are you interviewing me? Huh? No, no, no.